И всем привет, ребята, вы на канале Хазарден. И сегодня мы с вами, как я вам и обещал, я вам представлю вашему вниманию вторую серию игры Smash и Rot. Так. Я хочу передать привет своим друзьям. Конечно же, это Грише и Артему. Так вот, сейчас мы с вами уже убегаем от копов. Так, блин, ну как-то не повезло мне в этот раз. Ну, ничего страшного, я сейчас прибавлю звук. А чё у меня звук? Чё, или не работает? Даже не знаю, ладно. Ну, давайте-ка мы с вами вот... Опять. Кстати, ребят, кто не знал, но я вам в прошлой серии показывал. Это моя лучшая тактика — ехать и собирать деньги. Только потом придется вот так вот. Так, теперь опять встаем на эту же. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, сколько их там? Блин, там еще машину сбить. Ну, такой, ну, ребят, ну, а теперь едем по этой же дорожке. Ну, так, и собираем деньги. Ой, блин. Ой, блин, джип, джип. Фух, все. Так, короче, теперь вот заезжаем, заезжаем, заезжаем. Есть. Ну, ребят, это видели, уже военные поехали, военные. О, это мощь. Блин, я же говорил, что это мощь. Так. Продолжим. И вот у нас с вами... Ой, блин. Кстати, а что за мной коп не гонится? А, вон. Нет, уже два гонится. А как... А, да, вон. Блин. Ну, я не куда-то заехал в другое место, никуда хотел. Ну, так вот, ребят, ну, если кто не знал, ну, я хочу, лично я себе хочу вот эту вот машину, смотрите. Так, вот это, да, вот эту. Если вот эту машину хочу, ну, потому что, ну, моего друга она есть. Он говорит, она очень крутая, быстрая, ему попалась такая. Вот это, вот, мне кажется, какая-то медленная фигня. Вот это нормальный спорткар какой-то, джип. Ну, ребят, вот, ну, мне это нравится, но вот посмотрите на его колеса. Посмотрите на эти колеса. Они полностью квадратные. Это жуть какая-то. Ладно, все, давайте уже продолжим нашу игру. Ну, кстати, ребят, вот кто не знал, если вот так вот, ну, вот так можно выбрать, где можно ехать. И, кстати, ну, так, кто не знал, если вот зажать на обе клавиши, то ты будешь вот так вот задом наперед дрифтить. Вот так. Хоп. 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 Но так лучше не делать, потому что я так тебе могут быстро копы поймать. Вот как сейчас. Ну, я вам показал тоже несколько полезных штучек для манки копов. Ну что ж, и... Так, и... А куда это я так разогнался? Ну, кстати, ребят, ну, это зависит от машины. У некоторых машин управление идеальное. Но вот, видите, вот он просто тупо в меня врезался. Я, ну, кстати, ребят, я даже писал в комментариях на эту игру, ну, чтоб сделали, добавили, ну, кнопку назад. Ну, потому что если ее ждать саму, чтобы она назад выехала, то это будет как-то очень так. Ну, сами понимаете, очень долго так. Ну, и тебя уже успеют поймать. И даже разработчики об этом не позаботились. Это очень странно. Ой, блин, ну, блин, как мне эту денежку собрать? Да ладно. Ну, да ладно, все.
просто объезжаем копов. Зачем они поставили посреди дороги полицейские машины, если я могу их просто объехать? Блин. Меня зажали. Кстати, вы куда вон тот полицейский поехал? Офигеть, 42 кэша, чтобы продолжить это, чем сумасшедшие цены. Ну, кстати, в этой игре, ну, чтобы накопить на новую тачку, это придется очень-очень долго делать. Ну, поэтому я так сразу приценился, там без доната. Да уж. Как-то я так неуклюже. Думал, ну, что там будет дорога, а там оказался мост. Ну, кстати, меня, ребят, кто не видел, в этой игре есть также Макдональдс. Вот он, видите? Ой, ого, блин, я могу сбить знак Макдональдса, круто. И я его сбил, только зачем? Я ведь люблю Макдональдс. А, ну, не кубичный, потому что там написано буква О, а не М. Блин, ого, я копа там подрубил. Ладно, ну, короче, ну и у меня уже 59 кэш. Блин, почему так? Фригифт. Чё это такое? Офигеть, так. Офигеть. Так это вот что было? Не, ребят, и всё. Ну, я как бы не знал про эту функцию, поэтому мне игра чудесная, отличная. Поэтому покупаем новую тачку, смотрите. Пожалуйста, 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 хотя бы редкую. Блин, камон. Ну, ладно. Ну, это обычно. И мне попалась голубая птица, Bluebird. Ну, короче, ладно. Короче, ладно, на ней поиграем. Ну, и спробуем ее в деле. Офигеть, она быстрая. Вы-то видели, какая она быстрая? Это, ну, ребят, вот только у нее управление, как видите, не поладочки. Видите, как ее легко сносит просто? Ее просто тупо заносит легко. Ну, ребят, ну, как... Ну, вот, в принципе, нормальная машина. Блин. По моей тактике сейчас не получилось ехать, потому что, ну, как бы... Ну, ребят, кстати, а куда делся мой звук из игры? Я не понимаю. Блин, как же на этой машине управление? Так себе. Плохое какое-то. Ну, ладно, короче. Постараемся... Ну, кстати, ну, ребят, кто не знал, чем больше ты, ну, сбиваешь предметов, тем... Ну, тебе ментов там больше. Кстати. Так вот, что это было? Бесплатные, типа, деньги через 5 минут. Офигеть. Так вот это... Ну, ребят, оказывается, эту игру на изи пройти. На изи. А я думала, что это надо... типа, там кэш так долго зарабатывать на новую машину. Оказывается, тут все на изи просто. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, все, меня сейчас поймают. А, не, я выбрался. Так, все, сейчас. Блин. Блин. Так, ой-ой-ой. Фух, чуть в реку не упал. Блин, опять, блин, в эти камни. Жалко, что я их не могу сбивать. И все, меня просто в угол загнали. Это жесть какая-то. Не-не-не-не-не-не, ну я не хочу донатить. В этой игре, как я вам уже говорил в прошлой серии, я хочу все чистым путем сделать. Кстати, ребята, откуда у меня лишние деньги? У меня 68. А, да, мне ведь там не просто 100 дали, но еще, по-моему, 150. Ну, ребят, ну, кстати, напишите в комментариях, кто, ну, посмотрите, пересмотрите, сколько мне дали. Тогда денег. Блин, из подарочка. От 31, конечно, гол нет. Я на это больше не поведусь. Кстати, ребят, вы это заметили? Ну, то, что у меня там как бы... Вы еще посмотрите, вот я ничего никуда не нажимаю, вы видите, она так едет как-то искоса. Блин, что за...
косарулю. О, вы это видели? Там такие менты врезались, а я еду. Блин, автобус! Блин, автобус, блин! О, есть, я выбрался. Блин, вообще это было очень эпично. Кстати, ребят... Ой, утонул опять. Ну ладно, ну, ребят, такое, что вам хотел сказать. Ну, то, что... Ну, как бы... А, да, эта машина, она, ну, очень быстрая, но у нее управление плохое. А та была машина, ну, черный джип, она была медленная и управление хорошее. Ну, не хорошо, но более-менее такое нормальненькое. Блин, я деньгу пропустил. Деньгу. Деньгу. Ладно. О, да, я и собрал. У меня уже 71. Где это? Я еще одну собрал. О, давай-давай, еще будет 72. Хотя не, я сомневаюсь уже. Да. А хотя... Да, 72. Ой, блин. Ого, как это я прям так прошмыгнул через машину. Блин, менты, менты. Блин. Надо выехать. Все, меня поймали. Хотя нормально, так нормально. Ну, нет. Все равно 28 кэша я не хочу. Это тоже как-то не очень меня устраивает. Че? А, вот, загрузилось. Так, ну, ребят, вот настройки. Че такое? Не, я это... А где музыка? Как музыку включить мне? Что-то я залагала. Я эти выключила. То есть, ну, ладно. Блин, как мне музыку сделать нормально? А, я нажал. Ого, блин. Так, давай. Едем. Едем. Аккуратно. Нет. Нет. Блин, как меня вы быстро поймали в этот раз. А, не, меня не поймали. Все, блин. Они меня просто загнали. Прям загнали. Ладно, давайте еще раз попробуем. Так. Давай. Всех. Есть. Блин, ну как же мне эти машины там мешают постоянно, которые... А, я понял. На, ребят, ну вот, ну типа вон, те очки мне засчитываются, ну, за то, что я типа что-то сбиваю. Да-да-да, я хочу на военную базу, да-да-да, я соглашаюсь. А, нет, не военная, это там стройка. Ой, блин, тут... Ребят, вот эта гора, я ее вообще, если честно, не заметил. Вообще не заметил. Ну ладно, попробую. Блин, что так лагает? Ну ладно. Ребят, ну вот и как вы видите, я перезапустил игру, но... Ну, кстати, ну, ребят, кто не знал, как в этой игре останавливаться, есть, вообще-то в этой игре можно притормозить, надо сразу, ну, короче, на две кнопки нажать. Я припарковался. Ну, короче. Как мне? Ну, либо, кстати, ну, вот я, ну, смотрел одного пацана, он по этой игре снимал. Короче, ну, у него была машина, прикиньте, луноход. Ну, и если ты, ну, типа, взрываешь машину с бензиком, то ты улетаешь вообще в космос на другой конец города, или так можно. А почему мне так как-то не везет? Ну ладно, ребят. Ну, думаю, на этом наша серия уже подходит к концу. Если вам понравился этот ролик, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Но для начала я вам хочу показать еще... Кстати, что вы... Блин, ну короче, ладно. Ну и ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.